Всем привет! Сегодня мы будем смотреть город на конкурс городов. Это какой город? Это Вимч, это аббревиатура, а полное название — Великая Империя Мутантов Чебурмак. Нет, название города какое-то другое есть. А, ну Чернобыль. А, ладно. Чернобыль, Киберчернобыль, так. Так, отсюда начало, общем, почему-то вообще с другой команды. Оно подожди, расстилается весь город на две команды. Ну, не прям на две команды, можно сказать, типа. Ну, хорошо. В общем, все. В общем, здесь у нас встречается такая дорога, которая ведет прямо в город. Короче, тут сначала здесь... просто дорога. Тут такие, как сказать, решетки. Ай, зачем меня бьешь? Это сетка. Это вода. А, потому что. Как меня вода бьет? Ну ладно. Близко она прилегает, так что. Тут везде находится уран в виде таких кусочков зачем-то. Огромных. Если что, тут есть два вида урана. Там, ну, они отличаются только весом. Этот уран весит 17 тонн, а есть еще большие кусочки, которые весят по 53 тонн. Ну, у них, как сказать, они состоят из двух блоков. Один на прозрачности, другой вот такой красивый вид превращается. Это неон и стекло. Кстати, вот запомни вот эти штуки, они, я тебе помню, что они есть у каждого урана. Зачем ты подключил гарпу? Ладно, я проверял. Так, тут есть везде лампы, меня почему-то постоянно кусает эта земля. Видимо, лучше стой на этой, потому что, ну, это же радиоактивная зона. Я и говорю. Ну, это просто потому, что тут вода и, блин, я сейчас так вообще... Да. Также тут еще есть, так скажем, типа песочных дюн. Вот есть, тут есть песочные дюны. Также есть мертвые деревья. Кстати, по этому забору можно, по этой решетке лазить можно. Ну, это понятно. Ван, пошли в сам город. А, подожди. Огромные стены. Так. Здесь у нас проходная. Сюда можно зайти. Там есть три рычага. Красный, зеленый, фиолетовый. Красный и зеленый отвечают за открытие шлагбаумов, а фиолетовый за открытие стен. Так, вот и я нажимаю на два первых рычага, и вот эти один искусственный шлагбаум и один нормальный открываются. А его погнули. Вот его они закрываются. Мутанты лисы. Его погнули мутанты лисы. Также можно открыть с помощью фиолетовой кнопки что? А, вот ворота, они через какое-то время только открываются. Да. Так, вот открылись ворота, я сейчас их закрою, и мы быстро забегаем. Не-не-не, они автоматически закрываются. Блин, ты сейчас... А, я понял. Там они на таймерах сделаны. Они должны автоматически закрываться. Ой, только я их сломал. Ну ладно. Поэтому они теперь всегда будут открытыми. Да, здесь есть у нас такие, так скажем... Защита. Ладно. Защита, да. Пошли в сам город. Тут огромные стены, и наверху какие-то лазерные пушки зеленые. Да. И флаг радиации. Во-первых, тут это такой приветственный значок. Добро пожаловать. А здесь добро пожаловать. На английском. Ну, здесь welcome. Мы со стены стену эту посмотрим. Сверху. Ну да, идем сначала на стену, наверное. Пойдем. Вот здесь, подожди, лестница, ну там есть. Ты можешь там туда. По веревке, а нет. Это лестница. Тут везде какие-то флаги кого-то. Это герб Вимча, Великой Империи Мутантов Чебурмак. Это герб Великой Империи Мутантов Чебурмак. Блин, какое название? Герб. Великая империя каких чебуреков? Великая империя мутантов. Великая империя мутантов чебурмаков, да? Да, да. Самое странное название. Я могу даже объяснить, что на гербе все означает. Ну давай. Ну, во-первых, начнем с центрального символа. Это, так скажем, какой-то урезанный флаг радиации. Это означает, что город построен в радиоактивной пустоши. Также есть нижнее, так скажем, ответвление, которое означает, что в нашем городе присутствует мощнейшее биооружие. Потом желтые полосы — это количество сверхмощнейших союзников. Темно-фиолетовые — это количество союзников, ну, обычных. И светло-фиолетовые полосы — это количество союзников-поставщиков ресурсов. К примеру, ресурсы, как металл. Если новый союзник добавляется, то новая палка, да, добавляется на флаге. Да. 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 Сложно. А вот потом... эти сами биопушки. Мне кажется, тут на механизмах можно что-то делать. Я их называл BFG 14000. Это как отсылка на Doom Eternal. Естественно, BFG такой пушки нет. А как стрелять? Они стреляют, но только там надо привязку сделать. И там нужны специальные радиоактивные модули, которые нам еще не завезли. А что, не можешь, что ли, управляться? Тут же в виде колес стоят. Нет, они управляться могут, но просто надо привязку сделать. А если сейчас поставлю стул, то все привязано. Ладно, сделай привязку. А тут еще подключено электричество, по которому можно лазить.
Да. Так вот, помнишь, для этого предназначен. Тебе говорил про те самые палки, которые из земли торчат. Где? А, да. Ну, у каждого урана они стоят. Да. Ну так вот, это новая технология, которую извлекает мы используем. Электричество. Да-да-да. Мы из них извлекаем электричество. Я вроде настроил. Сейчас. Ладно, я лезу снова. Я, кстати, нашел те таймеры, которые открывают ворота, вон они там стоят. Да. Так, где же эти пушки? Попробуй что-то ими сделать. Вот, вот тут, вот тут пушка. Блин, ночью вообще ничего не видно, видно только все зеленое и все. Так, ладно. Ладно. И я что-то не расфиксировал сейчас. Так, мне нужно что-то сначала нажать на какую клавишу? Ну, расфиксируй. Я пытаюсь так сделать. Чё? Да, что-то я не расфиксирую. Так, я что-то... Так, надо убавить скорость, колёс. А, я понял. Вот это пушка бесящаяся. Странная очень. Всё, вот теперь попробуем. Теперь попробуем. Она уже застряла, всё. Нет, не застряла. Она может управляться. Они специально предназначены для уничтожения мутантов-лисов, которым вообще на эти пушки как-то по барабану. Они их просто отпугивают, отпугивают. Если что, ну, я понял, про каких лисов идет речь, ну ладно. Короче, наши мутанты-лисы называются вардроерды. Они, у них 6 лап, они могут весить больше 20 тонн. Вот это, блин, лисы. И они еще боятся урана. Где они? Но при этом, ну, они пока что не лазят сюда. Нам повезет пока что. Ладно, эти пушки могут подниматься, опускаться. И поворачиваться, да. Такие лагерные. Да, ну, это она, было кстати... все, что есть на стене, но мы можем спускаться в город. Да. Если отсюда как идут, идет все, так скажем, все питание города. Вернее, из того толстого, а это идет и на питание на пушке. Здесь такие есть фонарные столбы. Ладно, давай свет. Спускаемся вниз. Мне кажется, по этим не надо забраться. Ладно, начнем, наверное, с этого, да, питание? Да, подожди, я должен конфету съесть, а то я туда не пройду. Так, тут внутри пустота, чтобы машины проезжали, и сама здесь лестница. Здесь дороги, да. И лестница, чтобы подняться наверх. Ограда, чтобы никто не упал, правда, тут ее нету. Так, а чё я не залезу? Я чё, мутантом уже успел стать, съесть. Я не могу в дверь пролезть даже. Тебе, наверное, надо конфетку съесть. Ну, или вот тут пролезть. Спасательное лекарство всего века от мутантов, вот оно. Но очень дорогое. Наверное, тут. Я буду его тут продавать. Не, вот тут много. Здесь сидит, должна сидеть Баба Галя. Здесь должна была сидеть Баба Галя, но здесь сидит и заменяет ее Зэк. Мутант Зэк. Да. Здесь идет лестница. Пойдем. Иду я же. Я же какой-то мутант. На каждом этаже есть. Я даже за тобой за компанию упал. На каждом этаже есть двери в квартиру, но они заперты, потому что там еще никто не заселился. Я вижу, давай я заселюсь. Мне еще конфеты продавать. Давай я на самом высоком этаже заселюсь. А самый высокий этаж — это крыша. Будешь Карлсон? Да. Пропеллер, да, и все. Сейчас я тебе поднимусь. Блин, сколько тут лестницы? Я уже превратился. Понимаю. Все, я на крышу почти забрался. Пойдем. Все. Все, мы на крыше. Здесь у нас есть вентиляция. Так, можно мне тут жить, да? Ну, можно. Я буду в этой коробке жить. Она крутая. Хорошо. Ладно. Здесь есть. Это защита от мутантов. Да, здесь еще трубы, это трубы тоже. Ну, а это уже больше, знаешь, как тепловые трубы, чтобы. А из этих труб мутанты, да, вылезают такие большие? Не-не-не, из этих труб вся вот эта стальная вонь, которая по вентиляции. Ой, блин, я тут жить не буду, все. Можешь на этаж ниже. Пойдем на этаж ниже. Есть, кстати, два подъезда, то есть в одном доме крыша меняет два подъезда. Короче, давай-ка мы пойдем, знаешь, куда? На самый нижний этаж, потому что я не хочу эту вонь даже чувствовать. Да не бойся. Хотя мне надо посмотреть сначала все дома. Потом я выберу, в котором буду находиться и продавать здесь конфеты. Здесь еще есть, кстати, мэрия. Здесь еще есть, кстати, мэрия. А здесь, кстати, видишь, вахтерши здесь нет. Да, и куда мы попали? Ну я буду... Этого зэга-мутанта съели мутанты-лисы. Я знаю одного такого. Кримса. Да-да-да. Бардерьер. Нет, стоп, это Кримс. Зэгов. Нет, Сондер. Он очень частенько приходил, ел уран и уходил. А я ему говорил, будешь есть много урана, станешь сам таким большим. А он говорил, один стаканчик урана. Так. Нет, он прям, знаешь, он даже ящиками их ел. Ну, думаю, он меня не съест, так что я не буду бояться.
Здесь есть парковка и сверх. Твоя машина, да? Нет. Твоя машина в будущем. Нет, я быстрее, чем эту машину двигаться. Залезть туда нельзя. Ладно, сколько стоит, куплю? Готов обменять 17... машинку за сколько куча лекарств от мутанства. Все, продано, забирайте, теперь она ваша. Ой, блин, я не... Она будет как декор у меня. Да, все. Пойдем. Здесь у нас, если что, это типа асфальт, так скажем. Да. Здесь можно перейти. Как видишь, мутантовый как асфальт. Видишь, сейчас, как ты видишь, я специально везде на дорогах поставил красный, я распишу ходов зеленый, чтобы мы могли с тобой спокойно. Да. Это мэрия. Центральная мэрия. Вход, так, там, зачем мне жить в каком-то токсичном доме, от которого воняет, если я могу жить в мэрии? Ну, в мэрии нет, по-моему, места вообще для жизни. Что? Все, добро пожаловать в центральную мэрию города Чернобыль. Здесь сидит, там сидит охранник, здесь Амобус. Сидит пыль-пыль там Амобус. Он тут на моноблоке. Да, это моноблок. Чего, блин? Моноблок. Ну, моноблок — это компьютер с монитором встроенный. То есть монитор, в котором встроен компьютер. Здесь также работает свет, но этот свет почти ничего не светит. Крутой свет. Да. Поэтому там... Еще один ноут, он уже включен. Это для охранника. На втором этаже у нас... Пойдем на второй этаж. Прыгни-ка, прыгни с джетпаком. Не-не-не-не-не, я знаю, что будет. На втором этаже у нас работают здесь бухгалтер и человек, который решает вопросы насчет свадьбы и вот этого всякого. Так, а вот тут... Они работают... Это тоже свет включает. Это камера, ты чё? А, стой, теперь это камера. Короче, он был бухгалтером, но ему надоело быть бухгалтером, и он стал камера-следищиком, если такое бывает. Да. Наблюдатель. Пойдем на наблюдатель, охранник. И здесь, как ты видишь, должен сидеть мэр, но... То есть я. Но как ты видишь, я еще не купил себе компьютер. Значит, можно я тут буду жить? Давай, я тебе сейчас стул поставлю. Кровать можешь себе тут поставить, и компьютер себе как хочешь реализовать. Ладно, пошли еще посмотрим. Пойдем вниз. Ай, я упал, мне вообще-то больно. Надо лестницу аккуратнее сделать. Видел тут какие эти перегородки? Заборы для лестницы. Ты можешь, кстати, сесть на вот сюда и понажимать на камеру и посмотреть. Давай. Посадить, так скажем. Круто, я сел в другое кресло. Сядь на другое, прыгни. Прыгни и просто стой. Ты должен, по идее, сесть в это все. Так, нажимаем на двоеточие клавишу. Там есть этот, как три камеры для... Короче, тут есть камера, но... Клавиши схожены. Да, ну, там F, G, H, J, K, L и русская. А, ещё я все понял. Молодец. Идем. Как прям на прятках мини-игры понял все. Ты где? А, вот ты. Я на улице, где я могу быть? Тут это электробудка, по которой переходят, в которую входит самый главный провод, в котором идет электричество, и отсюда все входит, все остальное. Понял, открой. Так ты сам сюда попал. Крутое электричество вообще тут, да. Оно... Новейшие технологии добычи электричества, ничего нету. Пусть воздух все делает. Я же тебе сказал, хотя воздуха тут нету, наверное. Я же тебе сказал, что уран у нас производит электричество. А это чисто для красоты, так скажем. Так, также есть это... токсин, это, наверное, магазин по токсичному. Магазин. Да? Я угадал? Это магазин. Да, это магазин. Так, магазин рядом. Домик. Мне нужен домик рядом. Заходи сюда. Токсин. Крутое название токсин. Магазина. А можешь поговорить токсин. На своем токсичном языке? Слышь, ты знал, что ты какашка. Ух ты. Я думал, какой-то будет инопланетянский, ну ладно. Не-не, здесь ящики с продовольствием, которые еще не подняли наверх. И здесь... Ой, блин, у них тоже такое лекарство есть. Да, но, как ты видишь, оно в ограниченном количестве. Тут их всего немного. Здесь торговец, нас... хочешь, я тебе дам много лекарства, а ты мне много денег. Плачу золотыми блоками. Мне еда. Так, ладно. Тут продается крутая шариковая еда токсичного магазина. Гениально. Это помидоры, яйца, сверху другой вид помидоров. Это, если что, груши. Мы, по крайней мере, попытался с этим сымитировать. И так, тыква. Можно я кое-что скажу? Что? Я не буду тут жить, ни в коем случае. Тут помидоры, которые умеют летать. Тут груши из металла состоят и гаечными ключами там подвернут. Ладно, больше претензий. Я тебе так скажу. Я тебе так скажу, но мы же все-таки здесь же живут в основном мутанты, и нам вообще... Я не мутант еще, я не буду. И для нас это вообще деликатес. Да? Да. Здесь... А зеленые бочки воды тоже любите? Это напитки были, типа спрайта, там, типа такого, вот это типа кола.
Это фанты, типа. Здесь, вот тут всякие там, даже, знаешь, пакетики там, упаковки там всякими, мюсли там. Ну, бренды всякие, вот, которые там что-то делают. Здесь сверху печенье золотое, да, и золото. Как слитки золота. Стоит примерно столько же. Здесь конфеты, тортики и то самое лекарство. А здесь еще, здесь все раскупили. Здесь, типа, тут было лекарство, наверное. Да-да-да-да. Только оно другое было немного. Вот как такого фиолетового. Ладно, пошли. Смотри, здесь еще кассовый аппарат. Вообще имба. Где? Обновленная версия кассовых аппаратов. Помнишь, какой у меня был первый кассовый аппарат в моем звездолете? Нет. Это обновленная. Ладно. Короче, это обновленная версия. Да, а, куча шарниров вместе. Да. Это клавиатура. Пошли из этого токсичного магазина, где пахнет. Здесь, если что, можно пройти. Здесь как разгрузочная, это, типа, да. Есть. Проезжайте сюда в грузовик. Я бы не дал думал вообще через стену проходить. Ну ладно. Да. Ну, здесь парковка тоже есть для этого, для магазина. Тут круглые еще, вот я заметил, так сказать, дороги. Круглые повороты. Повороты круглые. А машины нету, я хочу покататься, кроме этой. Нет. Стой, подними ее наверх, кстати, шпателем чуть-чуть. Сейчас спать. Мы же в городе, надо кататься. Бррррр, крутая токсичная машина. Поехал? Я еду, не видишь, я учусь кататься на машине. Давай. Ура, вот, у меня есть своя топовая машина, смотрите. Я в токсичном граде гоняю на своей машине. О чем еще мечтать, блин? Это вообще-то Чернобыль. Столица Великой Империи мутантов Чебурмаков. Ой, блин. Они настолько великие, потому что любой, кто к ним подойдет, от их вони убегал сразу. Нет, просто Чебурмаки — это народ, который познал всю мощь урана, создает из него все, что угодно. Еду, оружие, электричество. Также создает одежду. Я застрял, все. Вот. Прекрасно. Кстати, здесь еще это есть за мэрией парковка, да. Смотри, тут ты заезжаешь, здесь паркуешь машину, а потом, когда ты это, тебе уже свои дела сделал, просто берешь здесь, едешь вперед, и вот тут это, сюда уезжаешь, и все. Ты выехал из парковки. Тут даже кирпич стоит. Но тут тоже стоит красный, чтобы машины не ездили. Здесь кирпич. Типа сейчас нет прохода сюда. Все. Я все круто понял, давай тогда попробуем поехать. А машину это точно сможет? Да нормальная машина, еще хоть 100 миллионов километров проедет. Подожди, я тебе это сейчас помогу. Тросом. Вытаскивай эту машину, на которой вообще ехать всё. Надо было. Можно. Так, допустим, это наша машина, да? Которая вообще да, всё. Круто, сейчас, я не могу залезть в нее. Сейчас садись. Где твой стул? Я в машине. А где стул? Стул тут. А, ну ладно. Я сижу на крыше. Так, ладно. Все, я залез, поехали. Допустим, это наша машина. Нам нужно заехать на парковку. Конечно, перед этим врезаться 100 миллионов раз. Да. Ой, сейчас как говорится, ухудшится... Нет, убери вот этот столб, он мешает. Сейчас, подожди. Едь. А, я сказал убрать, ну ладно. Выбей ворота, то тоже не получится заехать. Едь. Еду. Едь. Вот, допустим, мы припарковали машину. Очень хорошо получилось. Идем мы сюда по своим делам. Да. Так. Мастер парковки. Все, сделали так свои дела и выходим. Так быстро. Просят дела настоящих чебуреков. Ну или чебурмаков. Я захожу в новую машину. И теперь по специальной дороге. Так, ладно, стукаемся. Сначала нужно выехать. Попробуй. Хорош. Помогите мне выехать. Убери тут смотри, забор. Тут... Да ну ладно. Вот, ты уже развернулся. Новая проблема. Как ты пройдешь здесь? Тебе нужно развернуться. Как говорится, учим ухо водить машину. Ну открой, блин. Да подожди ты. Я не... Отъедь немного назад. Нет, назад. Сейчас я тебе вот открою так дорогу. Светлое будущее. Едь. Ура. Так, вот так мы спокойно и совсем без аварий выезжаем отсюда. Что такое? Сейчас. Едь немного в бок. Да я уже ладно, понял. Вот, все, есть спокойно. Все, выехали. Все, выезжаем. Все, выехали. Поехали из города. Поехали я отсюда. Сейчас они открыл. Да я опять застрял. Опять... Боже. Убери какой... эту лестницу. Она мешает ехать. Теперь эту доску. Это не доска, это опора вообще-то. Ну, опору. Есть. Быстрее, ворота скоро закроются. О, нет. Давай, едь быстрее. Да, нет, мы сейчас тут останемся. Мы останемся тут навсегда. Всё, да не боись! Мы не успели сбежать из Чернобыля! Нет, откройте, я не хочу быть таким же опасным. Стой. Я застрял за этих дурацких табличек.
Сейчас, подожди, я сейчас... Надо выехать из этого опасного города. Стой, не забудь меня! Иначе я скоро сам буду 20 тонн весить. Вон, я открыл этот... Я застрял опять. 5000. Да убери эти таблички, будет все хорошо. Пол города разгромили, но выехали отсюда. Ей быстрее, сейчас ворота сомкнутся. Да сейчас, блин, дай развернуться. Так, ой, развернулся. Ой. Нет! Нет, зачем ты тут оставили? Ай, все. И нас спас. Нет, нет, да, все, все. Мы не успели сбежать из тюрьмы. Ай, теперь у нас ни машины нету. Ни ворота закрылись. Ладно, я буду сверху бежать отсюда. Давай, побежали отсюда. Я пешком выберусь из этого города. Бежим отсюда. Так, стоп, я забыл кое-что сделать перед концом. Взорвать карту? А зачем взорвать карту? Что ты делаешь? Зачем ты там так много конфет поставил? Нужны конфеты этих, этому городу. Слабительные лекарства. А, точно, ты же хотел это подарить. У них его мало, я им там. Ого, мало тебе. Так. Ты помогаешь общей Великой Империи мутантов Чепурмаков развиваться. Я сейчас... Кстати, я могу сказать этих сверхмощных наших союзников. Пум! Типа, все, конфеты есть. Ну, наверное, не надо. Идем. Бежим из города. Хотя он твой, можешь с ним оставаться, как хочешь. Ну ладно, давай, пока. Пока. Только меня не стреляй. Да я. Да не, не буду. Я застрял. Ты вообще-то первый наш этот союзник. Мощный. Посетитель. Желтая полоса посвящена. Полоса посвящена. Не ешь его! Иначе станет мутантом. Я на него просто нажал, у меня электричество поймало. Быстрее, беги отсюда! Тебя сейчас Суран начнет кушать. Беги! Я уже понял, он агрессивный. Да. Только не подходи к Урану, а то он тебя опять скушает. Кстати, я тебе не показал лапы этих мутантов. Иди сюда. Опять что тебе трогают, идем. Я иду. Вот эти лапы мутантов, как ты видишь, они отсюда выходят, из красной команды. Так, значит, они взяли. Из красной команды вылазят такие огромные монстры с огромными лапами. Это, наверное, те 20-тонные лисы идут к этому городу. Ну смотри, нет, знаешь, они вот этих уранов боятся. Только не подходи к нему, опять шундарахнул. Мне так уже шундарахнул. Я уж привык. Ну ладно, тогда заряжайся. Нет. Это был весь мутантный город. Чернобыль или же Великая Империя Мутантов Чебурмаков? Великая Империя Мутантов Чебурмаков. Это новая скороговорка. Да. На этом это видео тоже будет заканчиваться. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ой, мутанты начинают появляться. Всем пока. Мне нужно бежать отсюда. Иди сюда, не мутант. Я тебя скушаю.